Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте все! Присоединяйтесь! Я доктор Инна Березовская. И сегодня у нас будет снова эфир с очень интересным специалистом, психотерапевтом, которого знаю уже не первый год. Вот, и пока вы присоединяетесь. И мы будем говорить как раз на тему материнской тревоги. Знаете почему? Потому что когда мне кто-то прислал скрин рассказа одной женщины молодой, значит, женщины, которая родила ребенка, известный блогер, там, как говорится, миллион подписчиков, и вдруг она паникует, что у нее возникла материнская тревога, и говорит, почему нет материала о том, вот как не реагировать крайне негативно и со страхами на ну вот по отношению к своему ребенку, как вообще. И вы знаете, вы не представляете, как много вы написали вопросов, которые вы бы хотели услышать. Как раз именно тревога, страх за жизнь ребенка, страх за здоровье ребенка. Так, я жду нашего гостя, да. И вот я сейчас жду, пока он появится. Пока что не вижу. Вот. И я тогда с моей девочкой говорю, а действительно, этого никто не обсуждает. И у меня тоже, когда вот родился внук, я помню, как моя дочь реагировала крайне-крайне с такой, ну, серьезной тревогой. Потому что я пришла в помаде, поцеловала ребенка, оставила помаду там на щечках и так далее. И мне сразу же начали... дочь пришла, и сразу же крики, мама, что это за красные пятна, откуда это появилось, ее прямо уже... Я говорю, это моя помада, ну что же ты так пугаешь, я тут переживаю. И получается, что современная женщина действительно очень, по-моему, как-то по-другому реагирует. А вот это больше страха, может, потому что реже рожает, реже беременеет, реже имеет вот этот, меньше имеет, так сказать, ну, скажем, опыт. Но я еще думаю, потому что реже, вернее, не то, что реже, а больше читают, знают, и вот это... Слишком много негативной информации, все переживают, и поэтому вот уже наш, значит, дорогой друг доктора Мисарова, которого я знаю, говорю, не первый год, сейчас он присоединяется, за постами, которые я слежу. Здравствуйте, дорогой коллега. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада, что вы хорошо меня слышите, да? Да, супер. Да, я как раз говорю о том, что мы, мамочки, мы проходим через такие вот моменты, и действительно о материнских страхах, о тревоге, ну, практически никто не говорит. Мы говорим о послеродовой депрессии, мы говорим о послеродовых блюзах, мы говорим о чем только не хочешь там, но вот именно что тревога за жизнь ребенка, это реально, это не просто выдумки, да? Вот эти недосыпания, вот эти слезы, вот эти страхи, что ребенок заболеет, что умрет и так далее. Я вчера смотрела фильм один, как раз такой, ну, как бы художественный, но как раз там женщина потеряла двух детей из-за внезапного синдрома смерти. Да, и третий ребенок у нее, к сожалению, убили ребенка, но подали как внезапно, и, естественно, обвиняет ее, что это ее вина. И мы просто начали с мужем говорить на эту тему, что насколько всего может быть, и когда вот как вот этой женщине перейти через все, даже если это вымышленная история, хотя, конечно, это на реальных событиях, можно сказать, все было. И вот, и вы знаете, когда мы задали вопрос, вот это окошко, сколько, ну, задайте вопрос, практически 99% вопросов было, как переступить вот этот страх, как бороться или как принять эту тревогу, как, потому что за жизнь ребенка, за здоровье ребенка. И рада, что мы с вами будем обсуждать эту очень актуальную тему. Я вас уже представила своим слушателям, если вы хотите что-то добавить, можете рассказать немножко о себе. Вот, и мы начнем говорить на эту актуальную тему. Да, спасибо большое, Алина Петровна. Да, меня зовут Мисаров Митимер, кто-то может быть подписан на меня, кто-то может быть нет, я врач-психотерапевт, в общем-то, тревога – это один из моих ключевых профилей, пожалуй, тревога, тревожное расстройство и тревога в контексте других состояний, например, обсессивно-компульсивное расстройство, там, ПТСР, комплексное ПТСР, там, политравмы и так далее. По поводу тревоги, на самом деле, абсолютно согласен с вами, Елена Петровна, насчет того, что депрессия, блюз, это все, да, обсуждается в контексте, там, да, когда женщина рожает, и
эти состояния, а тревожное расстройство на самом деле обходит стороной в этом смысле очень часто. Хотя, опять же, исходя из статистики, эпидемиологических исследований, тревожное расстройство чаще, чем депрессия, проявляются в принципе у нас в популяции. То есть, да, несмотря на то, что, опять же, депрессия сейчас на втором месте после болезни сердца по потере трудоспособности, по частоте тревожное расстройство все равно самое частое психическое расстройство, которое есть, чаще, чем депрессия, депрессивное расстройство. Это первый момент. Да? Опять же, если кому-то хочется представить здесь как-то наглядно, считается, что каждый четвертый человек на Земле в своей жизни хотя бы раз, но столкнется с тревожным расстройством. Не просто с тревогой даже, или там с панической атакой, например, что неприятно, но как бы это симптоматический лишь симптом, да? А вот прям с настоящим полноценным тревожным расстройством. Поэтому штука частая, штука неприятная, и нам, конечно же, как людям, которые живут, существуют, функционируют, нам важно тоже иметь навыки определенные по работе с тревогой. Просто даже если у нас нет тревожного расстройства, но работать с тревогой, правильно заниматься таким менеджментом, стресс-менеджментом, нам важно. Поэтому я думаю, что актуальность сегодняшней темы сложно переоценить. Вы знаете, я вот столкнулась, я вот вижу, что сейчас очень много появилось всяких психологов, псевдопсихологов, людей, которые лезут в эту науку, каждый дает советы, как нужно жить. И я вижу, насколько различаются советы, причем эти люди, некоторые люди, которые даже не имеют психологического образования, или там, скажем, образования медицинского, вдруг начинают говорить, что среди многомиллионной аудитории, вот, и есть такие, значит, данные, ну, разговоры, что типа тревога – это ерунда, нужно ее принимать спокойно, что не надо на нее обращать внимание. Это типа сигналы нам, что что-то может быть плохое, типа мы должны быть к этому готовы. То есть вот эти такие рассуждения. И я вот, знаете, честно скажу, вот как врач, я, когда мне вдруг на уши попадает или на глаза что-то такие вот, я говорю, ну, пардон, сразу видно, что человек не понимает, что тревога – это одно. Тревожное расстройство, которое же переходит в психическое, фактически, расстройство в английском – это disorders мы называем уже, то есть, да, то есть это уже серьезно, это уже заболевание, которое требует срочных мер. Вот давайте мы с вами немножечко поговорим, как отличить, что тревога – это всего лишь тревога, ну, ясно, что мы тревожимся, беспокоимся, мы нервничаем, переживаем, и как отличить, что это действительно уже нужно реально обратиться к специалисту, потому что это уже не просто тревога, а это уже немножко перешло границы допустимого, и это может быть, ну, перейти в что-то другое. Давайте мы немножко вот здесь, вот эту серую зону покроем, значит, на что женщины должны обращать внимание, в первую очередь, чтобы понять, что нормальное беспокойство и уже патологическое беспокойство. Да. Отличный вопрос, на самом деле он такой прям глубокий, прям, что называется, не в бровь, а в глаз, и действительно нам важно уметь отличать тревогу такую функциональную, обычную, от тревоги такой уже патологической. И здесь вот вы сказали по поводу психологов, да, которые не всегда профессионалы, и вот эти фразы, которые они используют, например, вот что «ну просто прими тревогу», это на самом деле по факту, конечно, сама по себе эта фраза, она не какая-то такая демоническая. То есть в ней есть определенное зерно истинное, но это зерно, именно что в отдельном контексте взятом, это не работает так просто. Тем более, если человеку с тревожным расстройством, это для него тем более не сработает. Если человеком с тревогой, может быть, там это кому-то поможет, такой совет, просто прими тревогу. Хотя даже такому человеку вряд ли это поможет. А человек с тревожным расстройством тем более не поможет. Но как один из элементов, да, степ, один шаг в работе с тревогой, принятие тревоги, принятие эмоций, работа с эмоциями, принятие — это очень важный этап тоже. Но это я так, такой офф-топик небольшой. Что касается тревоги патологической и непатологической. Вообще тревога, да, это, в принципе, определенное такое состояние, которое у нас эволюционно-биологически зачем-то появилось и зачем-то продолжает в нас находиться, да, происходить периодически. То есть какой-то действительно у этого есть смысл, вероятно. Как считают, ну, опять же, биологи. Я вас перебью. Я, смысл, в принципе, в том, что тревога дает нам более, ну, как сказать, обострять
наше внимание и зрение в том плане, что с точки зрения эволюции мы понимаем, что мы живем в окружении, и как, если в дикой природе мы не знаем, где враг, где какой-то хищник, где еще что-то. Поэтому у всех животных чувство тревоги является как бы чувством самосохранения. Но опять же, оно не должно переходить за рамки допустимого, потому что иначе мы перестанем кушать, есть, искать пищу, да? Да. Или живут немножко в другой обстановке, и поэтому тревоги как таковые, это уже могут быть придуманы, надуманы, но опять же, мы не можем лезть в голову каждого человека, поэтому мы не даже в этом отношении, мы даже недопонимаем глубоко, почему все-таки люди беспокоятся, даже на ровном месте, не понимая, что... Вот знаете, когда смотрят со стороны, говорят, ну что она нервничает, там даже нет повода нервничать, тут придумала что-то, да? А в реальности мы не можем лезть в голову этому человеку. Но я просто это сказала, что в какой-то степени тревога имеет эволюционный вот этот такой момент, что это дано нам от природы, дано, заложено в наших программах самосохранения, и так далее. Но вот как раз в отношении, вот вы правильно, вот как бы я дойду дальше вам слово, значит, чтобы вы продолжили эту мысль, что тревога не всегда полезна. То есть получается, что не всегда Да, то есть мы как специалисты, психотерапевты, мы, как правило, не используем такое слово типа тревога или какая-то эмоция, что-то плохое или что-то хорошее. Мы скорее говорим о функциональности этого всего, то есть полезности. Насколько эмоция выполняет свою функцию. То есть, опять же, да, у эмоций есть три основные функции. Это информационная, мотивационная и коммуникационная. То есть она может помогать нам о чем-то узнать, что-то сделать и с кем-то повзаимодействовать. То есть, например, опять же, те же древние люди, которые тревожатся, они могут, например, позвать на помощь друзей и там вместе надо там это поймать, да, и что-то с ним сделать, съесть его потом. То есть есть определенные функции каждой эмоции, но тревога может быть, например, избыточной или может быть даже недостаточной. Ну, сегодня мы говорим скорее про тревогу, когда она избыточная тревога. И вообще в психиатрии, в психотерапии у нас, как правило, все состояния, все расстройства, они ставятся клинически, то есть все диагнозы ставятся клинически, то есть по результату беседы специалиста с пациентом. И что, на что обращает внимание специалист в первую очередь? Это на то, насколько функционально его состояние, насколько функциональны его эмоции. То есть, да, поясню здесь слово «функционально». Насколько оно эффективно позволяет человеку реализовывать его там, потребности, его желания, его ценности, его цели, задачи и так далее. То есть, если тревога – это адаптивно, функционально, если тревога помогает человеку, например, там, не переходить дорогу на красный свет, какой-то там на ПАМКАД, например, да, где-то и так далее, а если вот она как-то в этом вопросе помогает ему и при этом не избыточно, то есть не вызывает у него какой-то головной боли, да, вот этих вот психосоматических симптомов, которые часто способствуют, следуют, да, являются таким спутником тревожного расстройства. Если тревога вот не такая, то это окей. То есть она функциональная считается, да. Опять же, вот сейчас ситуация, вот вопросы, кстати, да, мы, наверное, потом к ним перейдем, но там один из вопросов, я посмотрел их, что один из вопросов, который нам задавали, был на тему текущей ситуации. Да, я не буду сейчас подробно, наверное, вдаваться в эту тему, потому что сегодня у нас другая тема, но могу сказать, что вот особенно в текущей ситуации нашей, да, геополитической, конечно, определенный элемент тревоги, он скорее адаптивен, то есть он скорее помогает нам здесь правильно, да, справляться, это такой вот как раз здоровый уровень тревоги, но он может повышаться, и тогда он уже становится нефункциональным, тогда это может перейти в тревожное расстройство, человек может, у него может начать болеть голова, например, он может начать там из-за этой тревоги постоянно думать, плохо спать и так далее. Вот тогда мы уже говорим, что у человека тревожное расстройство. То есть когда эмоции становятся уже не столько полезной, сколько не полезной. Насколько я знаю, вот если рассматривать классификацию тревожных расстройств, и так вообще, я говорю, психические расстройства, материнская тревога как таковая, или даже нет такого синдрома материнской тревоги и так дальше. Да. На самом деле ведь материнская тревога, можно говорить, что это абсолютно другая вселенная, потому что в данном случае у женщины тревога не о себе и не о своих внутренних страхах, а скорее всего за здоровье ребенка и также другая, как бы можно разделить на две группы. Первая часть – это насколько ребенок здоров, жив и так далее. И вторая часть – насколько мама выполняет свою функцию мамы. То есть, а я хорошо его кормлю, а я хорошо о нем заботюсь, а я делаю все, что нужно. И получается, все равно материнская тревога как раз имеет эти два комплекса.
И ее как раз нигде никто не рассматривает, потому что считается, что нормально тревожиться за здоровье ребенка. Но я просто вижу по, ну, как бы по опыту или, скажем, по бесконечному потоку писем, сообщений своих женщин, и особенно те, которые вошли в послеродовый период, что на самом деле это не совсем так. То есть имеется в виду, что это особое состояние, наверное, особое. Может, вы предложите, как говорится, всем вот этому новой классификации ввести все-таки какой-то или синдром, или что-то вывести, какие-то критерии, что есть норма для материнской тревоги, а что есть не норма для материнской тревоги. Потому что, как я говорю, эта сторона вообще как-то обойдена. И вот, значит, в принципе... Но я понимаю, что когда нет знаний о здоровье, о жизни ребенка, то есть что норма, не норма, хотя есть учебники, есть там сейчас, что только не хочешь, все равно это возникает. Вот как вы считаете, это возникает, потому что это какой-то вот этот материнский инстинкт или что, или это чем-то другим навязано? То есть ну, мы можем говорить, что есть здесь доля природного, или все-таки современное общество накручивает слишком много страхов вокруг вот этот процесс запугивания, запугивали во время беременности, потом педиатры запугивают с вашим ребенком вечно, там дисбактериоз и всякая фигня. То есть, ну как вы думаете, вот все-таки на чем базируется современное вот это, вот эти, потому что даже раньше никто об этом не обсуждал, не говорил, да? Вот хотелось бы узнать с вашей точки зрения, ну где корни, куда, от чего, потому что у вас там опыт есть, как у психотерапевта. Конечно, да. Вопрос тоже прям очень такой глубокий на самом деле. И сейчас современный такой подход, опять же, доказательная медицина, это биопсихосоциальный подход к психическим расстройствам. Что это такое? Это вот три слова, да, биопсихосоциум. То есть психические расстройства рассматриваются в контексте вот этих трех компонентов. То есть, безусловно, у нас, у людей, там, у каждой женщины, как правило, у нее есть определенная в той или иной степени потребность, да, скажем так, потребность, желание иметь детей. Оно может быть вообще на нуле, например, а может быть на сотне, грубо говоря. Если оно на нуле, человек, например, вообще, ну, например, может не озаботиться, да, этим вопросом, то есть не родить ребенка, не там, допустим, взять приемного ребенка. А если на сотне, то он, скорее всего, будет очень сильно этого хотеть и, в общем-то, скорее всего, реализует эту потребность очень быстро. Это биологическая сторона. То есть биологически у нас есть определенные потребности. И, как, кстати, вот это очень интересный момент, что я здесь говорю слово «потребность», но не говорю слово «инстинкт». Потому что инстинкт – это очень такая, то есть само биологическое слово «инстинкт» – это очень такая… Да. Да, это очень такое, во-первых, популярное слово «материнский инстинкт», а во-вторых, это очень, на самом деле, если мы копнем глубже в определение, это очень примитивная такая должна быть программа. То есть, например, инстинктом является, когда, допустим, какой-нибудь… синичке кукушка закинет яйцо свое, да, подкинет, кукушки же они славятся этим, закинет яйцо, кукушонок начнет расти, вырастет больше, чем сама синичка, ее там муж синичка, да, мать синичка, вырастет крупнее, но инстинкты синичек, они будут видеть открытый рот, яркий кукушонка, и да, они будут его кормить, даже не замечая, что это не их ребенок. То есть инстинкт очень примитивная штука, очень такая, у всех одинаково, у всех представителей вида, то есть очень примитивная такая. У людей такого нет, то есть люди по-разному ведут себя в отношении детей, когда, в принципе, вообще заводить, не заводить детей, то, как они относятся к детям и так далее. То есть у нас есть скорее не инстинкт, а потребность, потому что мы более такие когнитивно сложные все-таки существа. Да, спасибо, что вы как раз сказали, потому что материнский инстинкт – это более старое такое выражение, которое мы привыкли лепить всюду. И, наверное, в этом тоже была моя ошибка говорить слово «инстинкт», но я имею в виду, что вот самое интересное, что когда я опубликовала книгу «Здравствуй, малыш», а после этого периода, там есть, кстати, упоминание, потому что я копнула очень глубоко, оказывается, у женщин, которая родила, активируется ряд генов, которые называются материнской матрицей, то есть ядром. Оказывается, поведение матери определяется активацией вот этих генов. И у них активируется значительно, у других не очень, и поэтому получается, что мы имеем различные паттерны материнства, отношения к ребенку и так далее. Но на самом деле это действительно тоже программирование. То есть многие женщины запрограммированы на вот это материнское поведение, и, возможно, вот эти переживания, вот это все, оно тоже является частью активации вот этого генного аппарата, то есть генного материнского ядра, и поэтому мы имеем вот такой, как говорится, это не фенотип, но я назову это как психологотип, или как, ну, понимаете, то есть поведенческий тип.
матери, то есть поэтому вот то, что мы имеем. И поэтому это программирование, и хорошо, что мы об этом, ну, как бы упомянули. А раз это программирование, то в какой-то степени мы тоже можем влиять и программировать на свой мозг, на свое мышление и справляться с этой тревогой и с этими, как говорится, ну, проблемами. Поэтому вот продолжение нашего разговора, такой серьезной темы, которую практически никто никогда серьезно не обсуждал, я думаю, мы с вами одни из первых, кто говорит об этом очень так, знаете. Вот, значит, давайте начнем вот фактически для многих слушателей интересно понять, хорошо, когда мне нужно обратиться к специалисту, вот на данный момент, потому что я сама не справляюсь, а когда еще могу принять, понять, и то есть, ну, что мне сделать, как понять, что я уже перешагнула вот этот рубеж нормы тревожности, и как мне не бояться же жизнь ребенка дальше, а потом мы поговорим с вами, возможно, о каких-то техниках, которые могут помочь. Так что давайте как раз разберемся, где вот этот рубеж условный, конечно, это условно, потому что каждого по-другому. Вот. Да, безусловно. То есть, конечно, есть определенные такие, как минимум, косвенные признаки, по которым мы можем понять, что тревога уже выходит за рамки. За рамки, в общем-то, полезного уровня тревоги, беспокойства, когда мать, наоборот, да, там, помнит, что у нее есть ребенок, да, это же тоже уровень тревоги. То есть помнить о том, что есть ребенок, это тоже тревога. Если тревог вообще нету, то человек может забыть, что есть ребенок, и пойти там, не знаю, куда-нибудь в поход, например, да, на 3 месяца и так далее. Ну, грубо говоря. То есть легкий уровень тревоги здесь скорее хорошо, что человек помнит, что есть ребенок, что там, ну, надо покормить и так далее. Вот. А какие критерии косвенные могут говорить о том, что проблема уже началась, что это тревожное расстройство, скорее всего, или там расстройство адаптации, да, или там тревожно-депрессивное расстройство и так далее. А, ну, это, конечно, в первую очередь наши такие общие термины, то есть это что? Сон, да, нарушение сна, аппетита, либидо, то есть такие вот показатели, которые более заметны, они могут быть даже заметны окружающим. Это здесь как раз я сразу же говорю о том, что здесь важно наличие поддерживающего такого круга у женщины, потому что здесь хорошо, когда, например, женщина заботится о себе, о ребенке, а еще кто-то, например, со стороны смотрит на нее, есть кто-то, например, там муж или еще кто-то, кто могут тоже заметить какие-то вот эти трудности. Что человек, например, стал меньше спать, да, мать стала меньше спать, или наоборот стала более сонливой, или, например, да, мать стала там мало питаться, или наоборот заедать, например, да, как-то вот эмоционально чувствуя какую-то тревогу, например, есть, не испытывая особо голода, или только что поев, или там, например, вопрос либидо ухудшается, да, понятное дело, там, как правило, снижение либидо. Потом что? Если, например, начинаются какие-то симптомы физические, усталость, если начинается головная боль, если начинается мышечное напряжение, человек ощущает, что как-то спина болит, там, шея болит, да, то вот такие вот косвенные критерии, понятно, что они все воспринимаются в комплексе специалистов, но они могут нам дать понять информацию о том, что человек, скорее всего, сталкивается с какой-то проблемой уже. Понятно, что здесь надо дифференцировать, да, и грамотный специалист, он отличит. Он скажет, это все-таки проблема, которая была во время беременности уже, например, и она там связана с состоянием беременности или там с каким-то предшествующим каким-то там патологическим состоянием, например. Или все-таки это, скорее всего, началось, и очень вот сроки совпадают с повышением тревожности, и, скорее всего, это про тревогу. То есть вот здесь как раз вот эти критерии, да, сон, аппетит, либидо, физические проявления тревоги, это все вот косвенные проявления. Но опять же, что? Ощущение более субъективное. Это, например, когда человек понимает, что ему уже не просто вот эти вот мысли убрать из своей головы. То есть когда у него очень активно вот эти мысли в голове крутятся, да, в таком уже типе, может быть, перемешиваются, в какую-то такую кашу превращаются, когда они очень интенсивно в голове крутятся, человек не может чем-то другим заняться, там, например, книжку почитать или там поговорить о чем-то с другом, подругой, с мужем, там, да, фильм посмотреть, сериал посмотреть. То есть когда человек уже из-за тревоги не может делать какие-то вещи. Это тоже такой косвенный критерий того, что, скорее всего, тревога уже не функциональна. Ну, то есть логично, да, если у человека не может заняться каким-то другим делом, а тревога и тревожные мысли мешают, то это почти что верняк, верный критерий, что надо с этим что-то уже делать, что-то вот ситуация не справляется, внутренние резервы человека. Я, как акушер-гинеколог, могу тоже дать определенные советы, что после родов все женщины проходят через изменения. Это физические, то есть на уровне тела, гормональные
и на уровне психоэмоционально. И практически 75% женщин отмечают свое состояние как стрессовое, потому что это адаптация уже к новой жизни, к уходу за ребенком, к грудному вскармливанию. Плюс это неприятные симптомы послеродовые, это там боли различные. Ну, то есть, и сама женщина иногда просто не успевает даже ухаживать за собой, даже принять душ, даже ну, нормально покушать, особенно если нет помощи со стороны. Поэтому я хочу просто дать такой вот совет, что как понять, эта тревога уже перешла, как переходит немножко. Первое, проанализировать свою беременность. То есть если у вас беременность была уже, как вы правильно сказали, на фоне тревоги, и вас постоянно запугивали, говорили вам, что вы ребенка не выносите, вас вечно в стационар направляли, у вас уже есть вот этот патологический фон тревожный, потому что вас постоянно запугивали, вы постоянно боялись этого ребенка. Если у вас адекватный педиатр или медсестра, значит, детская, то, кто там приходит, я не знаю, или куда вы ходите, если они не запугивают и не вам говорят, с вашим ребенком все хорошо, он набирает нормальный вес, он у него налаживается, все, вам объясняет физиологию адаптации ребенка к новой жизни, то вам повезло, в таком случае ваша тревожность должна быть на минимуме, то есть вы должны по любому вопросу спросить там врача, все ли хорошо и так далее. И если врач говорит, все хорошо, значит, что нужно понять, что вы немножко перегибаете палку. Но если при том, что вам говорят, что ребенок родился здоровым, у вас все нормально, ребенок как бы развивается, вес набирает, молоко сразу оно может не налаживаться, грудное вскармливание, у кого-то сразу хорошо, у кого-то с трудностями, мы все через это проходим, значит, нужно уточнить, попросить помощи, обсудить этот вопрос со специалистом, да, и получается, что даже почитать, ну, какие-то книги, почитать вот публикации, причем прогрессивных врачей, такие как вы и я, то есть те, которые не лгут, а объясняют все дословно. И если в данном случае вы понимаете, что вы немножко перекручиваете, потому что у вас мало знаний, у вас очень низкий уровень знаний именно прогрессивных вот этих знаний о ребенке, о его детстве и о себе милой после родов, то получается, что вам нужно повысить этот уровень знаний. Но если даже, вот тут важный момент, если даже вы понимаете, то есть вам как бы в мозгу идет конфликт, типа я знаю, я же понимаю, я же все это, все, я читала, я тут такая все, я вроде бы, ну я не могу оставить вот такие мысли, что все плохо, вот это, мне кажется, как раз тот момент, когда нужно предпринять меры и пойти или обратиться к специалисту, или ну, онлайн, или как, ну, обсудить вопрос, потому что в данном случае что-то не срабатывает, конфликт продолжается, причем он нарастает, вот эти страхи и так дальше. И нельзя оставаться одной со своими страхами, и нельзя оставаться одной со своими вот этими тревогами, потому что это может перейти в худшие варианты, тоже депрессию, еще худший вариант психоз. То есть нужно понять, что да, есть изменения гормональные, физиологические, физические, да, психоэмоциональные, но должно всему быть какой-то определенный предел. И вы все правильно говорите, женщина не досыпает, но бессонница может быть из-за того, что она очень переживает, да. А женщина там, скажем, или без помощи она, или, скажем, все на ней. Она не кушает нормально, потому что она все думает, вот держит ребенка постоянно на груди, вот боится, чтобы он не остался голодным, а сама, значит, ходит потом как зомби. И я видела очень много таких сценариев, и, честно говоря, я понимаю состояние женщин, и вот хочу, чтобы они поняли, что вот есть эта граница, то есть не справляетесь, чувствуете, что вам плохо, что все-таки зашкаливают вот эти мысли негативные, значит, обращаемся к специалисту. Теперь у меня такой вопрос, как бы, да, мы это разобрали, а теперь есть ли какие-то, ну, скажем, методы, что ли, или техники устранения тревоги даже без детального обсуждения с специалистом? То есть что-то такое, что можно дать массы и сказать, попробуйте это? Или, ну, то есть, можно ли что-то такое рекомендовать? Или какие-то вот, ну, меры, чтобы женщина приняла? И если эти меры не помогают, ну, тогда уже специалисту или как? Конечно. То есть что-то такое, что вы можете посоветовать? Да, конечно. То есть здесь, конечно, нам сразу стоит отличить тревогу вот такую повышенную, но еще не тревожное расстройство, и тревогу уже, которая, в общем, начинает влиять там на жизнь, да, негативно, как на сон, на симптомы какие-то физические и так далее. То есть если это просто, например, тревога повышенная, но такая уже ощутимая, да, то здесь, конечно, что? Здесь могут помогать даже какие-то меры, то, что называется, общего такого общие рекомендации, да, то, что мы называем, это там
какие-то прогулки, там общение с близкими, да, повышение какой-то поиск поддержки от них, то есть, ну, даже такие моменты, они могут помогать. Это могут быть какие-то практики йоги, там медитации, да, допустим, даже какие-то в интернете можно найти, есть приложение сейчас куча, на самом деле, какой-нибудь Headspace или там Meditopia и так далее, то есть, они даже, по-моему, некоторые бесплатные из них есть. То есть, можно вот такими путями пойти, очень такими общими, скажем так. А если проблема уже таким образом не решается, или, например, если вы понимаете, что она уже мешает, но пока вот еще нет внутренней готовности обратиться к специалисту, здесь можно пойти уже помощнее что-то использовать. Ну, например, есть много количество книг неплохих, книг по самопомощи. И здесь важно отличать книги теоретические, где просто, допустим, написано, вот там есть тревога, тревожное расстройство и так далее и тому подобное. А где скорее вот уже работа и книга сама составлена в виде некого такого тренинга. Тренинга, где есть разные упражнения и так далее. То есть сейчас такой вот доказательный подход к психотерапии, он подразумевает, что мы для того, чтобы справиться с какой-то эмоцией, состоянием, мы что-то делаем. Мы не просто, да, там, разговариваем, опять же, со специалистом. Потому что специалистом тоже в доказательной психотерапии вы не будете просто разговаривать. Что вы будете там обсуждать, что там будете собирать информацию, будете как-то диспутировать даже и так далее. Но вы будете делать какие-то упражнения тоже, он будет вас обучать и так далее. То есть терапия сейчас, психотерапия современная, доказательная, это психотерапия действия. То есть мы что-то делаем для того, чтобы вот эти старые нейронные связи разорвать, новые сформировать. Книг на самом деле много, ну, наверное, если уж, как говорится, пойти по названием, например, одна из таких хороших книг, это книга именно про тревоги, это книга «Терапия беспокойства», она называется. Это книга американского специалиста Дэвида Бернса. Она одна из лучших книг, пожалуй, по работе с тревогой, причем с разными проявлениями тревоги, да, это может быть и тревога обычная какая, вот я имею в виду, не наша сегодня тематическая, да, то есть не связанная именно с темой материнства. И это и тема материнства, и это тема за здоровье свое, за здоровье близких, в том числе ребенка, и там панические атаки, и, например, тревога неопределенности, потому что неопределенность – это очень важный такой процесс, состояние, в котором мы часто можем находиться. Вот опять же, да, мы сегодня упоминали ситуацию такую в мире сейчас, нестабильную в чем-то, и там вот ситуацию материнства, опять же, да, новая там жизнь, ребенок появляется, как-то жизнь меняется и так далее. Все это элементы неопределенности, и с ними тоже важно уметь правильно работать. Поэтому вот одна из книг хороших, например, это «Терапия беспокойства». Какие еще есть варианты? А сейчас достаточно популярным становится такой, то есть сейчас, во-первых, есть разные виды все-таки психотерапии, достаточно доказательные подходы, да, мы о них говорим в первую очередь, но даже они сейчас, особенно благодаря в каком-то смысле периоду ковида, пандемии, они рассматривают исследования, говорят о том, что можно использовать такой сочетанный вариант, то есть, допустим, где человек работает большую часть времени сам, но иногда редко обращается, например, к специалисту. То есть это не такой регулярный формат терапии, не такой интенсивный, не такой затратный. То есть человек как бы совмещает самопомощь, работу самостоятельно, может быть, по книгам, по каким-то материалам, и иногда, там, не знаю, раз в месяц, там, допустим, раз в 2 недели, может быть, еще реже, он общается с терапевтом. То есть такой формат комбинирован сейчас тоже используется, есть исследования, доказывающие неплохую его эффективность. Поэтому, может быть, такой вариант подойдет. Ну, такой, как бы, переходный вариант. То есть из разряда, допустим, вы понимаете, что иногда надо поговорить, что-то поделать, но в целом вы сами справляетесь. Ну и дальше, соответственно, если книги не помогают, если не помогают, например, вот такой формат, опять же, есть курсы, здесь не могу не сказать про свой курс, у меня есть курс от тревоги, как раз построен по протоколам когнитивно-поведенческой психотерапии, самого сейчас доказательного метода в вопросах работы с тревогой, тоже можете переходить на профиль, там, пользоваться. То есть если все вот это не помогает, тогда уже, конечно, мы обращаемся к специалисту. Там здесь уже в зависимости от того, какие у вас потребности, это может быть или медикаментозная терапия, здесь, понятно, вопрос сразу про лактацию, да, там, кормление и так далее, то есть здесь тоже надо будет разобраться, или это психотерапия онлайн, очно, сейчас очень, на самом деле, в этом смысле все распространено, в том числе благодаря ковиду, как ни странно, да, есть какие-то плюсы от него, и вот дальше уже, соответственно, вы работаете с специалистом, доверяетесь ему, находите того, который вам подходит, ну, наверное, доказательного, раз уж мы да, говорим так с Еленой Петровной на эту тему и, в общем-то, эту тему продвигаем. И я думаю, что это правильная идея. И вот дальше уже помогаете себе, заботьтесь о себе, любимый, о своем ребенке, потому что это все связано, да, мы связаны, да, мать связана с ребенком, отец связан с ребенком, и о своих близких в том числе, потому что мы с ними тоже связаны таким образом.
Я вставлю своих 5 копеек, потому что когда меня часто спрашивают, вот как, вот есть ли у меня там опыт или знание, как вести женщин беременных, например, с тревожными расстройствами, я знаю, что доказательные, вот акушерство и гинекология вместе с доказательной психиатрией, у нас есть данные, что вы правы, что как раз тревожные расстройства одним из лучших при беременности, а это является когнитивно-поведенческая терапия, то есть психотерапия. То есть лекарства не так помогают, как именно психотерапия. Поэтому психотерапия на первом месте, что мы рекомендуем беременным женщинам, у которых есть тревожные расстройства, в том числе панические атаки. То есть на самом деле это лучше работает, чем медикаменты. То есть таблеточку, дайте мне золотую таблеточку и избавьте меня, это не работает, потому что в основном в голове еще целый рой каких только не хочешь мыслей, таблетка это трое не заберет. Поэтому вы совершенно правы, что при тревожных расстройствах, даже после родов, ну, наверняка большинству поможет как раз вот эти методы когнитивно-поведенческой терапии. И один тоже вот ковид, вы сказали, да, ковид очень интересный, как он повлиял, потому что с той стороны я вот читала одном из журналов психиатрии американской, что выросли уровни суицидов и психических расстройств значительно, люди в карантине уже не могут сидеть. И у меня, не представьте, сколько мне писало женщин, которые боятся выходить наружу, даже одна женщина меня просто удивила, что 2 года она не выходит за пределы квартиры. То есть она никуда не выходит, или на балкон, или нет, я боюсь заразиться. То есть она забеременела, родила, то есть когда она, значит, родила вне дома, это было в роддоме, все. Так она к врачам не ходила, никуда не ходила. И вот она дома с ребенком, ребенку уже будет год, она дальше сидит. Я говорю, ну ребенку нужен свежий воздух, вы не можете держать ребенка в заперти. Но вот в нее вот эта патологическая тревога, вот это уже страх, и очень трудно переубедить. Она говорит, я страшно боюсь заразиться, я боюсь за жизнь ребенка, я вообще боюсь. И вот это уже, конечно, патология. И я ей порекомендовала, конечно, обратиться за помощью, потому что это ненормально. Я говорю, вы поймите, что ребенку нужен свежий воздух, вы не можете его держать в заперти, это как сидеть в тюрьме. Вы должны иметь помощь, это ненормально, понимаете? Но, оказывается, она не одна такая, таких очень много, которые провели месяцы. У меня консультируется много беременных, они по 3-4 месяца сидят в доме, в квартире. Я говорю, почему? Идите на прогулку, идите дышите своим воздухом. А вдруг я заражусь в подъезде, а вдруг я... Нет, ну, маску оденьте, вышла, и все. Одним словом, это то, что происходит сейчас, поэтому действительно... У женщин не только наслоилась тревога там за ребенка, все, у них еще вот этот страх перед этой болезнью, которая, да, то есть получается, что очень много у нас наслоилось, возможно, таких причин тревоги, и жить, некоторые говорят, жить сейчас непросто, действительно непросто, хотя я понимаю, что каждое поколение, когда я рассматриваю поколение своих родителей, их родителей, всегда в каком-то поколении были куда похудшие варианты, или, скажем, сценарии жизни. Поэтому я считаю, что на самом деле на данный момент еще не так все плохо. Нужно просто взять себя в руки и не накручивать, не нагнетать обстановку, а в реальности подумать как раз о будущем. И вот, кстати, тоже один такой момент, и мы ответим на пару потом вопросов. Сейчас очень популярно стало модным, что... Сейчас мне звонили. Ой, извините. Это отключить. Значит, сейчас стало модным пропагандировать жизнь одного дня. Вот я смотрю, многие такие крутые блогеры там начинают говорить, что не думайте о будущем, вот это типа я живу одним днем, я радуюсь, я слышала это от многих людей. И да, с одной стороны, это правильно, не нужно накручиваться, ты не знаешь будущего и так дальше. Но вот что интересно, многие не понимают, что да, когда ты обеспечен, у тебя уже работа, у тебя ли там бизнес, у тебя есть доход, ты сидишь уже, имеешь дом, ты можешь сидеть дома и, говорится, жизнь одного дня наслаждаюсь, что хочу, что делаю. Ну вот родился ребенок, и может, нужно все-таки дать что-то. Это не можно так, что я буду ждать, сложа руки, жизни одного дня, что как получится. Ведь ребенку нужно обеспечить и это самое будущее тоже. Вот. И вот тут как раз я считаю, что мне кажется, что это не совсем правильный подход, когда говорят женщине, что живи одним днем, не думай о завтрашнем дне, как Бог даст. И тогда же я понимаю, есть в христианстве, моя бабушка всегда говорила, даст Бог день, даст Бог пищу. Но в то же время это не означает, что нужно сидеть сложа руки и ничего не делать. И, собственно говоря, это касается и тревоги, и беспокойства, что нельзя это воспринимать, говорить,
типа вот как будет, так будет. А если все-таки есть страх, переживание, и если также есть ребенок, всегда нужно строить какие-то планы, мечтать, желать, и устранять вот эти негативные психоэмоциональные фоны, чрезмерно негативные, потому что они мешают жить, они мешают видеть даже настоящее, то есть наслаждаться настоящим, а не только Безусловно. думать о чем-то хорошем в будущем. Но... Безусловно, Я думаю, что мы можем ответить на пару вопросов. да. Кто-то написал. А еще один такой вопрос. Вы можете тоже посмотреть на вопросы, выбрать, Так. которые нравятся по душе. Но вот смотри, сейчас очень тоже становится популярным дыхательное упражнение. Вот дыхательное упражнение чуть ли не, господи, куда только не суют эти дыхательные упражнения. Но да, вот их в любой специализации всюду дыхательные упражнения. Но дыхание важно, и дыхание на самом деле даже в родах это отвлекающий момент, это не обезболивающий, как многие думают, это просто отвлекающий момент, которых отвлекающих моментов может быть много. Это та же ароматерапия, когда мы вот эти свои сенсорные системы различные мы блокируем новыми сигналами. То есть, вот, насколько, в принципе, дыхательная терапия подходит в устранении тревожности, могут ли женщины использовать это, и есть ли какие-то простые техники, которые будут под, как говорится, ну, которые могут использоваться женщины без особо специального обучения. Да, на самом деле про дыхательные упражнения здесь действительно вы очень так верно подметили, и они достаточно популярны, много кто про них говорит, причем они бывают абсолютно разные. То есть где-то, например, иногда люди даже путают, то есть у нас есть дыхательные упражнения как такая больше медитация, то есть где мы наблюдаем за дыханием, да, а есть дыхательные упражнения, где мы скорее наоборот стремимся к углублению дыхания, к тому, чтобы дыхание становилось более медленным, глубоким, таким вот, да, более спокойным. Таким образом, мы действительно можем влиять на вот эту связь mind-body, да, мозг, сознание, тело. Действительно, мы можем через тело, замедляя дыхание, делая более глубоким, можем успокаивать свой мозг. Это, в принципе, достаточно известная исследованная история физиологическая, но в принципе, техники дыхания это тоже такая достаточно, это и мощный инструмент, во-первых. Даже если мы сейчас с вами поделаем 3 минуты, я думаю, что мы с вами оба ощутим, скорее всего, некое такое, да, еще большее расслабление, комфорт такой приятный себя. Но у этих техник, несмотря на то, что они достаточно мощные, у них даже есть свои противопоказания. То есть, например, людям там с, например, гипертонической болезнью, да, с давлением и так далее, и с разными другими причинами, с разными другими проблемами, некоторым противопоказаны эти техники. Потому что многие из них задействуют и повышение внутрибрюшного давления, например, если мы там дышим животом, да, то есть используем технику диафрагмального, абдоминального дыхания, оно еще брюшное называется, там мы, очевидно, форсируем дыхание, то есть усиливаем дыхание животом, делаем его более таким интенсивным, чтобы углублять дыхание, и при этом, конечно, мы повышаем на какой-то период дыхание внутрибрюшное, чтобы у нас, да, этот кислород еще активнее выходил из легких и активнее, и больше входил в легкие. Вот. Но это не всем можно, поэтому здесь надо подойти с умом к этому всему. То есть есть, например, более такие легкие техники, и, в принципе, это, наверное, техника, которую я хотел бы сейчас поделиться. Она очень простая, ее, в принципе, как правило, даже в интернете можно прочитать, как ее делает большинство, в принципе, как-то даже здесь сложно даже обмануть или неправильно написать, потому что техника очень простая. Она называется квадратное дыхание. Наверняка кто-то слышал, наши, да, зрители сейчас даже эту технику. Почему квадратно? Потому что сама техника, по сути, это такое цикличное дыхание. То есть мы дышим, но дышим, и дыхание мы делим на 4 процесса. Если обычно у нас дыхание это как бы вдох-выдох, то здесь мы дышим вдох, потом мы после вдоха мы задерживаем дыхание на определенное время, потом делаем выдох, и потом после выдоха тоже на некоторое время задерживаем дыхание. И таким образом у нас получается каждое вот из четырех каждый из 4 процессов это 4 секунды длится. Получается как будто квадрат. То есть 4 секунды вдох, 4 секунды задержка дыхания, пауза, а когда мы не дышим, не вдыхаем, не выдыхаем. Потом 4 секунды выдох и опять 4 секунды пауза, не вдыхаем, не выдыхаем. И вот так вот мы по квадрату ходим. И вот это, например, в течение 3-5 минут, желательно делать это для начала хотя бы сидя или лежа, потому что поначалу с непривычки может там и голова закружиться, да, опять же, из-за там изменение газового состава крови, потому что обычно мы часто дышим поверхностно, как-то очень так поверхностно, быстро, и поэтому может измениться постепенно. Поэтому надо так плавно, плавно внедрять эту технику, и, например, 5 минут каждый день, и вы уже начнете влиять на свой уровень тревоги. Да, это может быть не панацея от всех тревожных
проблем тревожных расстройств, но это один из элементов, инструментов. Мы когнитивно-поведенческие терапии это используем на начальных этапах, обучаем, как правило, каждого клиента работе с какой-то из техник релаксации, техник дыхания. Ну, фактически в работу нашего мозга, особенно психоэмоционального состояния, зачастую вмешана не только кора мозга, но и симпатическая парасимпатическая система. И как раз задержка дыхания и выдоха это активирует парасимпатическую систему как успокаивающий. Поэтому действительно многие техники дыхания, они связаны с задержкой дыхания и медленным выдохом, например, да, то есть это все объяснимо, это действительно работает. И даже сам факт, как вы сказали, обычная медитация – это прислушиваться к своему дыханию, самая простая и самая популярная, которая может использовать, вы должны научиться прислушиваться, дыхать, как вы дышите. Вы просто прислушиваться, да, буквально пару минут, и это моментально снимает уровень тревоги, то есть понижает, вы успокаиваетесь, и, в принципе, вы, кстати, тоже говорят, вот это во многих, ну, я думаю, что это имеет какое-то нейрологическое обоснование, что достаточно 17 секунд сконцентрироваться только на своем дыхании, как это моментально погашает, значит, уровень тревоги, не совсем, но приводит к все ниже, 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 то есть этот уровень, и дальше опять 17 секунд, 17 секунд, и таким образом мы создаем вот эту цепочку, потому что на самом деле наш мозг работает по сигналам одно за другим, то есть один сигнал вызывает другой, и у нас есть вот эти кластерные сигналы, поэтому вполне, да, дыхание, вот эти простые техники, я думаю, что вы прослушали, поможете, это поможет многим женщинам даже в отношении снятия тревоги по отношению к своему ребенку. И те, кто с ними начало, вот как мы различаем патологию от непатологии, мы об этом говорили, посмотрите потом этот эфир. Я надеюсь, что он сохранится без всяких технических, как говорится, сюрпризов. Да. И, пожалуйста, еще раз пересмотрите, чтобы вы понимали, как отличить просто обычную тревожность, потому что вы мама, вот уже патологическое, когда вы уже не можете нормально спать, жить, и когда вам нужно уже тогда обращаться за помощью. У нас осталось не так уж много времени. Мы можем ответить на пару вопросов. Если у вас высвечиваются вопросы. Так, сейчас. Вот, может, вам понравятся какие-то вопросы. Так, где у нас вопросы? Нет, почему-то не... А у меня не высвечивается. А что такое? У меня вот скриншоты есть, поэтому я некоторые вижу, да, вопросы. А, хорошо. Если видите, если вы можете ответить на какой-то вопрос, потому что у меня почему-то только показывает, что-то сбилось, когда мне позвонили. У меня показывает только, кто присоединился, одна линия идет и ничего более. Я бы хотела, не могу проследить. Значит, если есть у вас возможность, там было очень много вопросов как раз, да, что мы задавали. Вот. Да. Ну, на самом деле, большинство вопросов, я так вижу, связаны действительно с тревогой и с тревогой за здоровье ребенка. То есть за здоровье разное и за какие-то, допустим, физиологические моменты, которые человек, да, ну, мы не можем все знать, и, допустим, если человек не знает, то какие-то физиологические моменты могут вызывать тревогу. Там, что это говорит про состояние ребенка, надо ли идти к педиатру, надо ли как-то беспокоиться об этом, например, да, в таким образом. Что-то, например, некоторые вопросы связаны, что с ребенком может что-то плохое произойти, допустим, болезнь какая-то, или там какой-то конфликт ребенок попадет, что-то плохое с ним случится, например, да, вот постоянно боюсь, например, что ребенок может заболеть. То есть это, по сути, такой вариант, есть такое состояние, называется оно ипохондрическое расстройство, да, или в английском illness anxiety disorder, и, по сути, это что? Это вот тоже про тревогу, которая выходит уже из берегов, которая уже выходит из вот этого нормального нашего уровня беспокойства о том, что ребенок это все-таки близкий человек к нам, да, это такое беспомощное во многом существо, поэтому нормально здесь беспокоиться, но она уже становится избыточной, и вот здесь уже, конечно, с этим надо работать, в том числе даже те вещи, которые мы сегодня обсуждали, и книга, и там курс, и разные приложения, и техники дыхания, все это уже даже с этой ситуацией может помочь. На самом деле большинство вопросов, они про разные виды тревоги материнской, да, но почти все из них, по сути, решаются в том числе теми моментами, которые мы сегодня обсуждали. Да, вот, например, Жак спрашивает...
от беременной женщины, ну, то есть она боится заболеть во время беременности. Я просто вот хочу сказать, вы понимаете, что ведь человечество на самом деле не вымерло, потому что все-таки у нас медицина идет прогресс, условия жизни улучшаются, то есть если посмотреть продолжительность жизни. И беременность – это нормальное физиологическое состояние, поэтому при беременности есть механизмы, которые защищают женщину как раз от возможных заболеваний, в том числе инфекционных. Поэтому откройте, пожалуйста, книжечку «9 месяцев счастья» или зайдите на YouTube, есть целый канал бесплатных видео «Беременность», где я объясняю очень многие аспекты. Значит, мы все практически рождены для того, чтобы было продолжение рода. Или люди, живые люди, ну, существа, это для того, чтобы продолжать род человеческий. Мы некоторые не хотим продолжать, мы считаем, что мы не хотим детей, это нормально, но те, которые идут по программе репродуктивного размножения, начинают активно использовать эту программу, у вас есть все возможности выносить этого ребенка и родить, потому что это физиологический процесс. И это касается послеродового периода и заботы о ребенке и так дальше. У ребенка очень хорошие защитные силы, все, что ребенку нужно, это ваша забота и еда. То есть нормальные условия жизни и еда. Значит, и больше, честно говоря, ему что-то специфического не нужно. Если это будет, у ребенка есть огромнейший шанс расти, выживать и, как говорится, и быть вам на радость, и потом быть уже взрослым. Поэтому, опять же, и также поймите, что если вы глянете, вот гляньте в прошлое, в историю, в каких условиях жили люди, как вообще, да, были высокие уровни смертности, только потому, что не было нормальных условий жизни, не было нормального питания. Но все-таки люди размножались, и я всегда, вот меня удивляет факт, что когда была чума, там же 3/4 населения Европы вымерло. Но как раз за счет людей, которые жили особенно в селах, где было там, ну, как бы свежие продукты питания, Европа опять размножилась, опять население выросло. То есть получается, что все равно есть потенциал, ну, как бы расширяться, жить, расширять семью, расширять свой род. Поэтому, пожалуйста, не надо делать на этом, как говорится, какие-то, ну, я бы сказала, акцентировать слишком негативное влияние, что все будет плохо, потому что, опять же, если вы будете только думать о плохом, то вы это все сделаете, что будет плохо, потому что вы в состоянии страха, переживаний, вот этой нервотрепки, вы можете пропустить серьезные симптомы какие-то. Поэтому ваше сознание должно быть четким, светлым, вы должны быть спокойны, чтобы вовремя оказать помощь, если необходимо. Значит, научитесь быть трезво мыслящей мамой. Это самое главное. Вот. Все будет хорошо. Если там есть вопросы, сейчас еще посмотрю, да, у нас еще буквально пару минуток. Да, ну, кстати, вот к вашим последним словам, Инна Петровна, там был вопрос по поводу того, как влияет на ребенка, если мама тревожна. И здесь, на самом деле, тоже влияние есть, безусловно, и исследования говорят, что тревожно передать. Я вам объясню, почему. Да, это, кстати, тоже вам, как врачу, наверное, будет очень интересно, потому что тему эту я тоже изучал. Начнем о стрессе от беременности. Ну, во-первых, вы знаете, что при стрессе выделяются так называемые гормоны стресса. Это ряд веществ, они распадаются очень быстро, типа адреналин, норадреналин или эпинефрин, норадреналин. Вторые, это кортизол, это плохой, это длинный, это, так сказать, он медленно распадается, он действует на сосуды и так далее. Естественно, что многое это влияет на кровоснабжение плаценты, потому что матка сосуды тоже начинает как бы сужаться. То есть, получается, хронический стресс может влиять на развитие ребенка. У нас есть масса данных, и даже сейчас эпигенетика занимается, и считается, что если у мамы были какие-то там тревожные расстройства, гипертония и прочее, у взрослых людей потом могут быть сердечно-сосудистые заболевания, особенно мужчин. Мы остановились уже на эту тему, потому что мы уже наблюдаем 20-30 лет. Но касательно вот как раз отношений матери и ребенка. Вот поймите, что ребенок знает ваши запахи, биоритмы и прочее, потому что ребенок был 9 месяцев внутри вас, и для ребенка вы были это вселенная оболочка, которая вот фактически где он развивался. Никого другого, кроме вас, ребенок не знает. Вот. И когда он родился, он все равно между вами есть контакт на психоэмоциональном, аналитическом, на каком хотите. И ребенок ориентируется на ваши сигналы, которые вы подаете. А сигналы тоже было доказано, что ребенок очень четко реагирует на запахи матери.
То есть для него в первую очередь это вот родившись ребенка запах матери. И с одной стороны, природа сделала все, чтобы ребенок отличал свою маму, то есть вот эти соски большие, то есть как, потому что он не видит хорошо, но запахом чувствует, и тактильность вот эта, и, как говорится, даже пот матери он уже различает. Но чем больше ребенок начинает развиваться, видеть, опять же, кого он видит, маму. Естественно, если мама сердитая, злая или какая-то несчастная и так дальше, для ребенка это больная оболочка, та оболочка, которая еще не расстался, потому что он все равно находится как бы при ней. И поэтому он будет реагировать как тревожно. И начинает женщина говорить, вот это, кстати, у меня был серьезный разговор с дочерью, что когда она там нервничала, переживала, она говорит, мам, почему ребенок нервничает, почему у тебя на руках он просто блаженствует, или рядом с тобой он блаженствует. Я говорю, я не нервничаю, я говорю, с ним, и он чувствует, что я девочка такая, что я хорошая энергетическая. Безопасная. Рядом с ним, и он чувствует защиту. А вот ты, говорю, когда ты начинаешь напрягаться, он сразу тоже. И это действительно так. Вы для ребенка вселенная, вы для ребенка вот как зеркало, то есть вы как бы мостик, весь внешний мир. Поэтому как вы реагируете, как вы себя ведете, раз ребенок считывает, считывает каждую секунду. Каждую секунду он вас чувствует по тем каналам, что медицина уже сейчас не отрицает на самом деле вот эти биоэнергетические связи. Это есть. И это психологические связи, и какие только не хочешь связи. То есть есть какая-то, как я говорю, условная, какая-то невидимая пуповина, она продолжает быть между мамой и ребенком, поэтому мама так чувствует ребенка, а ребенок может чувствовать маму. И, конечно, это зависит от женщины. Если она начинает вот это нервничать, психовать, ребенок тоже будет плакать, плохо спать, плохо кушать, и мама еще больше накручивается. Если вы подумаете, что ваши... Вот вы можете провести такой эксперимент, когда вы счастливые и веселые, ваш ребенок счастливый и веселый. То есть он совсем же по-другому. А чем больше взрослеют дети, тем больше они наблюдают. Дети все наблюдают. Дети — это как вот губка, которая втягивает все. И вот с этого мы и начинаем, что все вот эти тревоги потом передаются детям. И вот если вы хотите быть хорошей мамой, вот представьте себе на месте ребенка, вот, вот станьте ребенком и посмотрите глазами ребенка. Вот какую маму вы хотите? Вот какую маму? Нарисуйте идеальный образ своей мамы. Вот. Вот я хочу, чтобы, вот, понимаете, вот такую маму я хочу, чтобы видел ребенок. Так вот, а какую он видит? И вот тут как раз загвоздка. Если вы понимаете, что ребенок видит не ту маму, которую вы мечтаете быть, которая где-то у вас в голове заложен этот идеал, то естественно, что ребенок тоже не будет счастлив. Вот фактически, да, это работа над собой, это я понимаю, это не все так страшно, как кажется, потому что современная медицина пошла вперед, и мы должны это понимать. И еще раз повторю, вы... Мама, вот родители, в первую очередь мама, вы являетесь номер один звеном ребенка со всем остальным миром. Номер один. И еще один важный момент я тоже привожу. Вот тоже, кстати, это психология, психиатрия, психотерапии. Все дети рождаются с природной улыбкой. То есть у них есть природная улыбка. Дети улыбаются, и причем они улыбаются миру. Не обязательно там, они не различают еще в этом все взрослых. Но к 6 месяцам постепенно эта улыбка, значит, природная, вытесняется социальной улыбкой. Потому что мама говорит с папой, этой тете не улыбайся, этому дяде, что ты там улыбаешься, улыбнись маме, маме улыбнись, папе улыбнись, знаете. И это постепенно вытесняется. Это доказанный факт. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок был спокойный, счастливый, как говорится, genuine, то есть натурально, искренне, не заглушайте его вот эту биологическую улыбку. Просто давайте им возможность улыбаться всему даже миру, любым тетям, дядям. А вы научите защите, то есть это немножко другое. Но дайте ему, будьте естественны, будьте с ним естественны, улыбайтесь ему, будьте счастливы, а не то, что, боже мой, я не знаю, ему хватает молока. Понимаете? То есть это нужно подавлять, потому что всегда помните, какую маму вы бы хотели иметь. Вот, что видит ребенок вас. И мне кажется, это как раз и то, что вот это то, что поможет многим пересмотреть свое поведение. Поэтому мы говорим, что при тревожных вот этих проблемах работает когнитивно, то есть восприятие мира, когниция, то есть восприятие, и поведенческое, то есть восприятие, да, это восприятие приводит к действию, к поведению. Поэтому когнитивно-поведенческая терапия — это то, что может помочь вам. Не справляетесь сами, есть специалисты такие прекрасные, как сегодня мой коллега. Я честно говорю, что я слежу за вашими постами, читаю. И давно уже хотела, чтобы мы с вами поговорили. И я надеюсь, что сегодняшний разговор помог очень многим мамам оценить вот себя,
свое материнство, посмотреть немножко по-другому, и в крайнем случае смейте воспользоваться дыхательной этим, вдохнули, а потом спокойно выдохнули. Спокойно выдохнули, улыбнулись и поняли, что вы хорошая мама. Если вы об этом думаете, если вы нас слушаете, если вы нас смотрите, вы уже хорошая мама. Поэтому это прекрасно. Потому что плохая мама не смотрела бы этот эфир. Правильно я говорю? Хорошо, я, в общем-то, должен бежать, у меня пациент сейчас онлайн будет, вот. Но всем большое спасибо и зрителям, самое главное вам, Елена Петровна, конечно, за приглашение, я очень рад был с вами побеседовать, мы очень такую важную тему обсудили, действительно, может быть, мы с вами вообще исследование сделаем какое-нибудь, да, насчет тревожности материнской, вы прям сегодня идею мне подали. Это как бы отдельная графу, потому что мы очень часто как раз мы должны рассматривать многие состояния при беременности и после беременности как совершенно отдельные графы в наших классификациях болезней, потому что это совершенно разные. Спасибо вам огромное за эфир. Я вам желаю всего самого лучшего. И подписывайтесь, пожалуйста, на моего прекрасного коллегу. И я дам ссылочки в личке, да. И, значит, читайте и, как говорится, будьте счастливы, будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо вам большое. Всем счастливо, спасибо До большое. свидания.